В рамках проекта мы изображаем людей героев. Это либо герои Великой Отечественной войны, либо герои специальной военной операции. И также изображаем юнармейца, который отличился. Это различные ребята со всей Вологодской области. Кто-то из них добился успехов в развитии движения, кто-то из них совершил геройский поступок и был также награжден. Для Вологды это очень символично, потому что за годы этой Великой войны 175 вологжан получили самое высокое звание Героя Советского Союза. Двое из них стали героями Советского Союза дважды. 36 вологжан стали полными кавалерами Ордена Славы. Такая акция позволяет нам не просто обратить внимание на память героев вологжан, но сделать эту память живой, действующей, и чтобы действительно наши герои были примером. Я Павлов Матвей Сергеевич, правнук Щетинина Николая Ивановича. В нашей семье все чтят память Щетинина Николая Ивановича. Я хочу быть достойным правнуком моего героического прадеда.